будем. Да, уже мы давно бы сделали здесь виадук. Очень давно бы уже бы сделали, потому что столько лет этот вокзал находится здесь. Невозможно, что люди все время, маленькие дети, взрослые, все перелазят через эти поезда. Да, да, точно. Не, ну это очень опасно. Очень опасно, потому что в любой момент поезд может тронуться. Либо под поездом, либо над поездом. Типа вот там, где вот посерединке, видите, проемчик. Вот там. Никак по-другому. За ним он длинный, не обойдешь и ничего. А виадук? Его тут нету. Для решения вот этой проблемы, естественно, надо в управление железной дороги обратиться. Если потребуется, выйдем и на высшее руководство для того, чтобы, ну, с чего-то надо начать, да, хотя бы какие-то нормальные ответы, потому что то, что мы видели сегодня, ну, это просто до первой беды, пока ничего-то не случится, и вот хочется опередить это все для того, чтобы сделать этот переход безопасный для жителей, для школьников, которые проходят через этот участок.